И вновь с вами бойцовский клуб. Следующий поединок по формуле К1. Это четверть финала турнира World Max, который проходит в Токио. И показался яростный и неутомимый Такаюка Кахиромаки. И Казуя Яшухиро. Вот такая пара сегодня будет в ринге. Казуя Яшухиро, из школы Сейдо Кайкан, из той самой школы, где и зародился К1. Ну вот, вышел, конечно же, он в кимоно, но сейчас его приведут в форму, которая присуща бойцам К1, и представитель кикбоксинга Такаюки Кахиромаки. Молодой парень, 27 лет, в хорошей форме, в самом расцвете сил. Выдающиеся бойцы сейчас в ринге. Замечательно они работают. И сейчас Кахиромаке предстоит защищать свой титул. Титул победителя турнира World Max. В Японии в прошлом году он выиграл этот титул. И постарается не посрамить свою школу, команду Дракона, так называется его школа, его клуб. Казуя Яшухиро снял свое кимоно, оказался в красных трусах, и Кахиромаки в черных, вот таких изрезанных, оборванных. Но посмотрите, какая хорошая стоечка, как он легко движется. Великолепно чувствует дистанцию. Выиграть World Max среди самых лучших бойцов — это не так-то просто. Средние весы — это серьезные бойцы. Здесь огромнейшая конкуренция. Посмотрите, мощнейший просто пушечный хай-кик. Выстреливает как хлыстом. Без замаха, и тут же лоу-кик. Шлепок этот слышали, наверное, на самых последних рядах. Очень координирован Кахиромаки. Яшухиро стоит, старается стоять повыше, потому что он проигрывает в росте. Но вот в резкости и такой сконцентрированности ему не откажешь. Но сейчас фронт-кик очень жесткий в корпус. И еще раз в корпус. То, что мы с вами сейчас видим, называется К1. Но, по сути дела, это синтез из самых популярных, самых эффективных видов единоборств. А тем временем пропускает. Пропускает Кахиромаки. Вот вам и технарь, вот вам и чемпион. Улыбается, доволен Яшухиро. Еще бы. Действующего чемпиона World Max потревожить, да еще как. Сейчас самое главное — не прозевать, не пропустить. Конечно, сложно вести бой Яшухиро с более высоким, более резким и таким пластичным соперником. Дело в том, что Кахиромаки
настоящий дока в муай-тай. Но вот эта нацеленность, заряженность и очень хорошая позитивная энергия помогает Казуи Ясухиро в бою. А действительно, то, что мы с вами видим, это настоящий бой. Интересный первый раунд. Вот несколько слов можно сказать о бойцах. Такуюки Кахирамаки провел 42 боя. В 29 поединках одержал победу. У него 11 поражений. И следует помнить всем соперникам, кто выходит против него в ринг, что у Кахирамаки 20 побед нокаутом. И удар довольно низко пробил Кахирамаки. И сейчас дадут возможность продышаться и восстановиться. Вот такой хлесткий удар в бедро, но чуть-чуть зацепил ниже пояса. Дается возможность, согласно правилам К1, спортсмену восстановиться. Я думаю, тут комментарии излишни. Но бил в бедро явно. Все было в движении. И, конечно же, узнали Акебона. Вот, подморгнул вам всем, дорогие друзья, этот могучий Йокодзуна. Дело в том, что в К1 в ринге можно увидеть и мастера джиу-джитсу, и карате, и легендарных борцов, дзюдоистов. И вот чемпион всех времен и народов, великий Йокодзуна, самый большой, самый тяжелый и самый очаровательный, Акебоно, он здесь. Ну, есть, конечно же, и ужасные люди. Это Боб Сап по прозвищу Чудовище. Мы знаем такого темнокожего бывшего американского футболиста, который пришел в К1. Сначала повалялся на ринге. Его роняли и Лебаннер, и Терил Абиди, и многие, и Мусаши. Но вот постепенно работая, целенаправленно работая, он, ну, здорово поднялся в технике. Второй раунд. К1. Бой идет по формуле 3 раунда по 3 минуты. И сейчас пытался нанести удар коленом. Еще раз. Flying knee, так называемое. Летящее колено. Кахирамаки не достает, несмотря на превосходство в росте. Очень хорошо работает. Лаконично. Ясухиро. Постоянно угрожает. Как мячик просто отскакивает. Ручки у него все время собраны. Прикрыт хорошо. И вот здесь на дистанции выдергивает своего более рослого и более именитого, более удачливого соперника. И пропускает прямой слева. Ну, здесь уже в клинче дело не пойдет, потому что в К1 запрещены броски и не дают бороться. Только нужно боксировать, только биться и биться по-настоящему. За это и любит К1. Вот вам и невысокий, но очень такой настырный Казуя Ясухиро.
него замечательный есть опыт. Он дважды становился, причем самый первый, и затем во второй раз завоевал титул чемпиона в легком весе Сейдо. Ну и чемпион 12-го всеяпонского турнира по карате среди средневесов. Вот он сейчас перед вами был на экране. Это был Казуи Ясухиро. Ну и слегка задумчив Такаюки Кахирамаки. Потому что никак не может он подобрать оружие, чтобы достойно сражаться с этим крепышом-коротышом в красных трусах. Вот эта рыжая шевелюра, она такая, такой задиристый вид придает Ясухиро. И третий раунд поединка турнира К1 World Max, которым стартовал турнир World Max 2005 года. И у нас с вами любопытнейший поединок. Молодец, ай, молодец. Молодчина Ясухиро. Просто поймал такое вдохновение, есть упоение в бою. Молодец. Самое главное не нарваться, не пропустить. Хорошая пушка в каждой руке. Очень тяжелые, конечно же, удары у Кайрамаки. Боец хороший, очень ладный. Обратите внимание, какие пропорции. Хорошая такая тяжелая голень. Коленом такой может пробить. Будет очень неприятно. Третий раунд. Почувствовал, что уступает Ясухиро. Ну, по крайней мере, нет такого явного преимущества, о котором он, наверное, думал, что можно к этому прийти. Но вот чуть-чуть ему не хватает. Посмотрим, сумеет ли он вот эту небольшую, но очень важную толику найти в этом ринге. Ринг он здорово выявляет, на что ты способен. Это небольшое пространство, ограниченное канатами. Может очень много рассказать тебе самому, кто ты, на что ты способен. Очень многие люди выходили в ринг, чтобы проверить себя на прочность. Такие люди, как Бернард Шоу, Джек Лондон, Чарли Чаплин. Бокс – это очень хорошая вещь. Да, Конан Дойль, конечно же, о Шерлоке Холмсе он не написал бы очень много интересного, если бы сам не занимался боксом. И вот сейчас третий раунд заканчивается. Ну что, кто победил? Кайрамаки считает, что он. Ну, Ясухиро тоже вполне может рассчитывать на то, что этот бой будет за ним. Согласно правилам К1, разрешается один дополнительный, так называемый экстра-раунд. Это четвертый раунд, если не выявится победитель в первых трех основных раундах. Но это
до финала. А в финале разрешается два дополнительных раунда. Таковы правила К1. И, скорее всего, будет дополнительный. Вот у меня есть такое подозрение. Более симпатичен был, конечно же, здесь Казуи Ясухиро. Но дождемся решения японских судей. Они что-то говорят на неведомом языке, на очень интересном языке. Я думаю, все понятно. Без слов. Еще раунд придется вам биться, ребята. Еще раунд, еще 3 минуты. Кто знает, что такое 3 минуты после того, как бой уже был закончен, это очень тяжелое испытание. Вот сейчас нужно собраться и провести еще один раунд, провести достойно и не просто отбыть номер, а одолеть своего соперника, который вышел в ринг с той же целью. Посмотрите на него. Он пришел сюда не просто так. Я говорю о Казуи Ясухиро. Посмотрим. Это полуфинал. Прошу прощения, четвертьфинал. И вот сейчас делает ставку на один тяжелый удар Казуи Ясухиро. Справа пытался вот так вот с подскока. Ну, спинбэк-кик пытается пробить, но перемудрил. И мощнейший лоу-кик по внутренней поверхности бедра. Постреливая с левой, потихоньку берет инициативу в свои руки Такаюки Кахирамаки. Начал 4-й раунд, дополнительный раунд. Очень хорошо Ясухиро, но так в середине этого дополнительного решающего раунда Кахирамаки встал покрепче в центре ринга. Но пока еще толком не пробил. Сам пропускает справа. Удар по корпусу коленом. Айда Ясухиро. Через руку справа не прошел удар, а могло получиться. Полностью вкладывается в удар. Молодец, молодец. Только так можно победить. Но не попадает Ясухиро. Я вот стараюсь быть беспристрастным, но болею за этого парня в красных трусах. Последняя минута пошла. Вновь срываются на борьбу. Молодчина, молодчина. И вот, конечно же, здесь, наверное, не стоило добивать падающего. Но Кахирамаки пытался использовать любой шанс. Мне нравится Ясухиро. Не знаю, победит он или нет. Но то, что он делает в ринге, это то, что надо. Он настоящий боец, настоящий воин. Молодец! Я жму твою руку крепкую в синей перчатке. А вот Кахирамаки, несмотря на то, что очень талантливый, очень
богато и щедро одарен природой, этот боец, и наверняка у него очень яркое будущее, не менее блестящее у него и прошлое. Но вот в этом поединке, вы знаете, он особо не блистал. Конечно, был рационален, на дистанции он очень здорово работал, но вот Ясухиро не нуждается в какой-то похвале, вы видели все сами. Бился от души. Вот за это любят К1, за то, что вот такие ребята выходят в ринг и творят здесь чудеса. Если бы это был финальный поединок, то, я уверяю вас, наверняка был бы еще один дополнительный раунд. И аплодисменты, заслуженные аплодисменты обоим бойцам. Что будет сейчас, я не знаю. Ну что, блестящая манера вести бой или же опыт и авторитет Ясухиро или Кайрамаки? Вы за кого? Очень волнуется Казуя Ясухиро. Недоумение. Вот что было сейчас на лице Кайрамаки. Я абсолютно согласен. Согласен с Казуей Ясухиро. Да, невозможно понять этих судей. Но пока существует спорт, будет существовать вот это недоумение на лице спортсмена. Время от времени судьи преподносят нам сюрпризы. Не только в боксе. И в фигурном катании, и в других видах спорта, где угодно. И в футболе бывает свистит, свисток совершенно странные какие-то трели выводит, от которых десятки тысяч болельщиков, а то и миллионы просто теряют голову. Но в этом бою победил Такаюки Кайрамаки и будет продолжать свое шествие в этом турнире на пути к финалу. А мы с вами ненадолго прервемся, чтобы вернуться вновь посмотреть К1 World Max в Токио.